На сцене Альшевская Лидия Гавриловна. Село Петраковка, Черкасская область. Добро пожаловать! Рассмеши смешного, рассмеши меня. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Лидия Гавриловна! Как дела? Помаленько. Лидия Гавриловна, ну вы знаете, что нас надо рассмешить. Ой, знаю. Так буду стараться, но кто ее знает? Ну как пойдет? Вы же такие хлопцы, может, и не засмеем. Можем, если не смешно, мы же не смеемся. Ой, ну что ж, так и будет. Ну, так и бывает, да. Ну а вы раньше вообще кого-то смешили уже? Ну да. Да? А кого? Не признаюсь. Не признались? Сейчас будет, Витька, давай! Сейчас будет сильно! Лидия Гавриловна, а давайте раскроем маленькую тайну нашим зрителям. А что вы будете делать? Я буду спевать ты песни «Що колись» и «Що тепер». И порівняем. Можно? Добре, да, такая порівняльна. Если вы готовы, мы можем приступать. Готовы? Да. Раніше було співать «За окошком свету мало, белый снег валит, валит, а мне мама целоваться не велит». А теперь по-новому. «Ты забирай меня скорее, вози за 100 морей и целуй меня везде, 18 нужен». Не нравится, когда ты по комнате голая ходишь и, конечно, меня заводишь. Плевать, если я заболею, я даже сам себе банки поставить сумею. И никого мне больше не надо, лишь бы ты была голая рядом. А вот так, ах, какая фотография, я на ней во всей красе и с красавицей-блондинкою на песчаной полосе. Ой, Лидия Гавриловна. Ничего. Давайте, ну давайте вот посмотрим повторчик. Давайте посмотрим повторчик, потому что тяжело было Владимиру Зеленскому. Он готов был посмеяться. Давайте посмотрим, у нас уже готов повторчик. Вот посмотрите. Да, но что-то его развеселило. Что-то. Скажем так, если бы вы не выходили на сцену, он вряд ли бы сидел и улыбался. Конечно, это правда. Поэтому 1000 гривен у вас есть. Вы заработали 1000 гривен. Вы можете ее забрать, а можете постараться продолжить и заработать 5000. А можете ее забрать. А может... Ребята, подождите, подождите, подождите. Росардилась. Может, нас ждет сюрприз, вы же не знаете. Бабушка розсердилась сама на себе. Что ж это такое? Буду... А ну, давайте попробуем еще. А давайте попробуем еще. 5000 гривен на кону. Молодец, Лидия Гавриловна. Молодец, молодец. Все, поехали, минута пошла. Ой, мне это в сусіда подобається пісня, як заведе. О, бара-бара, о, бара-бара, о, бери-бери-бери, бара-бара-бара, о, баран-баран, ой, бери-бери. И так целый день, бара-бара, бери-бери. А была такая песня, я беременна, это временно, все будет окей, не бойся. Або мне подобается еще, как співає, а ноги, а ноги, а ноги, ноги, ноги. Так будь так счастье, две дороги, дискотека, аварія. Або такие песни. А дорога серую лентою вьется, залито дождем, смотровое стекло. А теперь... А у меня еще... Лидия Гавриловна, зал у нас просто так не хлопает. Он хлопает вам от души. Спасибо, что приехали. Крепкого вам здоровья и привет всем-всем своим землякам. Пока-пока. Спасибо. Рассмеши смешного, сделай, чтоб парень смеялся. Рассмеши смешного и под столом валялся.